Путники и медведица. Два приятеля шли по дороге, и навстречу им выбежала медведица. Один тотчас забрался на дерево и спрятался там, а другому бежать было поздно. Он бросился на землю и притворился мертвым. Когда медведица стала его обнюхивать, он задержал дыхание, и медведица его не тронула, потому что медведи не едят мертвое. Когда медведица ушла прочь, приятель спустился с дерева и спрашивает: «А что эта медведица шептала тебе на ухо?» «Она шептала: впредь не бери в дорогу таких приятелей, которые бросают тебя в беде». Настоящие друзья познаются в опасностях.